Вот, молодец, бэби Аннабель. Кушай, кушай. Я смотрю, у тебя сегодня очень хороший аппетит. Моя любимая каша. Да, ты у меня обожаешь овсянку. Ну-ка, скушай еще одну ложечку. Смотри, как тебе летит самолетик. Какой вкусный самолетик. Молодец, малышка. А теперь к тебе едет паровоз. Чух-чух-чух-чух-чух. Ту-ту. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Я съела целый паровоз. Да, а сейчас к тебе приедет машинка. Смотри. Пип-пип. Ну вот, мы почти все съели. Осталась последняя ложечка. Открывай-ка свой ротик и лови велосипед. Ой, велосипед оказался самым вкусным. Спасибо тебе, мама, за то, что ты приготовила мне сегодня мою любимую овсяную кашу. А теперь принеси мне, пожалуйста, мой любимый сок. Твой любимый сок? А какой у тебя любимый сок, Бэби Аннабель? Я не знаю. Ну как же, я обожаю клубничный сок. Он такой вкусный. Твой любимый сок клубничный? Первый раз об этом слышу. Но знаешь, Бэби Аннабель, сейчас у нас дома нет клубничного сока. Ой, как нет? А вот так. Зато у нас есть другие соки. Посмотри, вот эти мультивитаминовые. Один в пакетике, а другой со свинкой Пеппой в коробочке. Нет, мама, я не люблю мультивитаминовый сок. Ну тогда вот, у меня есть сок из малины и вишни. Или вот морковный сок. Или апельсиновый. Не хочу морковный, не хочу малиновый, не хочу апельсиновый. Ну тогда попей обычной водички. Нет, я буду пить только клубничный сок. Бэби Аннабель, подожди, а я кое-что придумала. Посмотри, у меня есть вкусные конфеты в трубочках с разными вкусами. Давай сделаем из них клубничный сок. Ух ты, ничего себе! Это такие конфеты? Да, в этих трубочках спрятан вкусный сладкий порошок. Ну что, согласна? Конечно, согласна. Ой, а в каких трубочках клубничный вкус? Вот в этих розовых, конечно. Откроем одну трубочку, пересыпем весь порошок к тебе в бутылочку. Теперь нальем туда водички, закроем крышкой и хорошенечко встряхнем. Ну вот, у нас получился клубничный напиток. Хоть это и не клубничный сок, но все равно я думаю, что эта клубничная водичка получилась очень вкусная. Попробуй! Да, она сладкая, как конфета. Вот так мы сегодня вместе с моей малышкой Бэби Аннабель готовили клубничный напиток из интересных конфет в трубочках. Понравилось видео? Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите наши другие мультики с куклами и пупсиками. Пока!